Всем привет, друзья, с вами я, Крикьюб, и сегодня я вам расскажу, как получить новый аксессуар в Роблоксе. Вот, Gold Like Battle. Если что, в Роблоксе есть много серий вот таких вот цепочек, давайте я вам сейчас быстренько покажу. И вот у нас имеются все возможные варианты. Это у нас Winner, Champion, Blockstar, Genius, Hero, Beast. О, я хочу эту штуку, Beast. Troll, Patriot, Roblox, Legend, Gamer, Boss, Star и просто Gold League Battle. Вы можете заметить то, что она чуть-чуть отличается от других, она не имеет такой золотой цвет. Это потому что это... Так, давайте я сейчас пересяду. Бесплатный предмет. Так, ладно. Мы должны перейти на RB Battles, прокрутить в самый низ и... мы имеем здесь вот такую вот штуку. Но вы скажете... Каким же образом мы сможем получить 100%? Обновляем страничку быстренько. И у нас немного поменялся интерфейс. То есть тут написано RB Battles Championship Season 2. Что нам надо сделать, это ввести свой user ID и выбрать случайного человека, которого мы хотим выбрать. Я уже зашел на профайл. User ID, если что, это количество вашего аккаунта, номер вашего аккаунта по факту. То есть, если ваш аккаунт, например, первый в Roblox, то у вас будет user ID 1. Вот, давайте я сейчас, к примеру, сделаю user ID 1. Так, нажимаем Enter. И, вау, у нас Roblox. Но мой user ID, это у нас какая-то непонятная дичь. Что нам надо сделать? Давайте я сейчас немножечко вот так передвину. Так, это скопировать вот эту вот цифру. Давайте я сейчас увеличу экран. Это вам надо скопировать вот эти вот цифры. Если вы их копируете, то есть выбираем, просто нажимаем Ctrl-C. Дальше мы идем на страницу Roblox RB Battles, вставляем сюда этот user ID, мне кажется, что тут проделал нет. И мы выбираем человека, нажимаем Submit. Но вы скажете, ну ты уже проголосовал. Ой, мы можем обновить страницу. И смотрите-ка. Если мы обновляем страницу, мы можем выбрать случайного. Например, Тенкер. Я его выбираю. Допустим, он выиграет. Оп, и все. То есть я проголосовал за двоих. И за Крикрафта, и за Тенкер. И если вдруг Тенкер выиграет, то я получу приз. Если Крикрафт выиграет, я получу приз. И вы можете просто вот так вставлять, выбирать, обновлять, вставлять, выбирать, обновлять. Ну, конечно, нажимать Submit. Так, давайте я нажму Кинди Кейн. А, нет, я нажал на этот Крикрафт. Ну, ладно. Без лишних слов, большое вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, если это видео было полезным. И да, с вами был я, Крикьюб. Всем пока.